Он написал рассказы, он написал сказки, он написал музыку, он написал очень много замечательных стихов и песен. И я надеюсь, что народ, в котором он вырос и корнями пророс в эту землю, будет помнить его вечно, так как мы будем помнить любящие его люди, столкнувшиеся с его талантом, мы будем помнить его вечно.